Друзья, сегодня у нас в гостях цветочная мандала, которая называется август. То есть мы эту мандалу смотрим, визуализируем именно в августе этого месяца. В другие месяцы она просто будет неэффективна. Для чего нужна мандала? Мандала вам нужна для того, чтобы вы сами себя настроили на оптимизм и хорошее настроение. Как это делать? Смотрите на картинку в течение от 3 до 5 минут и представляете изменение ситуации в лучшую сторону. То есть, если у вас какие-то проблемы дома, на работе, в семье, в личной жизни, значит, вы смотрите на мандалу. Далее, друзья, будет у нас видеоряд. У нас далее будет сама цветочная мандала, которая предназначена только для августа. То есть в другие месяцы ее бессмысленно смотреть и что-либо визуализировать. Итак, представляйте изменение ситуации в лучшую сторону и наполняйтесь положительной энергией. Друзья, обязательно поделитесь этой мандалой со своими друзьями, знакомыми, у кого вы знаете какие-либо проблемы. Давайте вместе с вами будем друг другу помогать. Ну, а на этом у нас все. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, далее у нас мандала с видеорядом, с музыкальным видеорядом. Поэтому смотрите, визуализируйте и меняйте свою ситуацию только в лучшую сторону. В обязательном порядке подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Ну а мы, друзья, прощаемся и услышимся в следующем видео. Пока-пока!